Вы смотрите отзыв об отеле Mediterranean Beach Resort. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником SvetiKentMD, который был в нем в 2012 году. Предисловие. Каждый последующий греческий остров нравится мне больше предыдущего. Интересно, долго ли еще это будет продолжаться? До этого все время чего-то не хватало: песка, променадов, напрягали ветра, шторма, влажность высокая. Здесь вообще все оптимально. Если сильно придираться, то общественный транспорт мог быть поразвитее, но расстояния небольшие, такси решают эту проблему. Сама концепция отдыха подбиралась не очень быстро. Ребенок, достигший 12 лет, сразу сужает перечень отелей, которые берут нас по разумной цене. Изначально выдвигались следующие предпосылки. 1. Отель на НВ или ВВ с нормальным двухкомнатным номером, расположенный в тихом месте в поселке с достаточно неплохой инфраструктурой. По этой причине был отметен Василикос, хотя дня на 4 из 14 его имело бы смысл рассматривать. 2. Все включено не рассматривалось изначально, хотя некоторая часть семейства по этому поводу немного бурчала. 3. Для разнообразия решили разделить отдых на второй части в разных местах. Этот подход понравился мне очень. Теперь все время так будем делать. Никаких проблем это вообще не вызвало. Утром искуались, скидали чемодан, за 20 минут переехали на такси и пошли купаться снова. Отельная база на Закинтасе достаточно ограниченная, поэтому решено было первую неделю взять в отеле, а вторую в апартах. Кстати, вилл и апартов наши то предлагают очень много на разный вкус, цвет и цену. Смело рекомендую эти варианты, они очень соответствуют духу острова. Комбинации по ценам считались у Солвикса, Виллара и Интайра, в результате остановились на Вилларе. Сам туроператор сработал безупречно, подкачала встреч. Сторона с обратным трансфером, за что оценка туроператору 4. Перелет АК Кубань я комментировать не буду. Сразу ясно было, что с чартера нечего особо ожидать, но других альтернативных реальных по деньгам вариантов добраться на Закинтас для нас пока нет. Вариант перелета в Афины плюс 5 часов на автобусе с паромом альтернативным я не считаю, хотя он есть и можно им пользоваться. Часть 1. Лаганос. Отель Mediterranean по описанию понравился мне сразу, мужа долго смущала его балконная архитектура, но в конце концов он смирился. Это, конечно, не 5 звезд в полном смысле этого слова, но 4 хорошие. Следует учитывать это при выборе, хотя и в цене отеля это видно сразу. Сам отель по атмосфере очень нам подошел, никаких сервисных проблем не было вообще. В ресторане такое впечатление, что официантов больше, чем туристов. Расположение очень хорошее. Первая линия – тишина, никаких дорог и дискотек песен рядом, до центра поселка и всей курортной жизни 5-10 минут пешком. Номеров с прямым видом на море немного, все остальные номера с видом на дорожку между корпусами. Архитектура отеля такая, что корпусы небольшие, никто по коридорам не носится и не шумит, горничная с пылесосами не ездит, у нас на этаже было всего 3 номера. У нас был фэмили номер очень удобный. Две большие комнаты раздельные, с выходом на один общий большой балкон. На балконе реально можно загорать днем и удобно релаксировать с вином вечером. Мебель, шкафы и т.п. все вообще без нареканий. Питание. Вот здесь есть определенные моменты, которые я бы хотела отметить. Ужины шикарные, за 7 дней повторений не было. Интересные салаты – это вообще для отелей редкость, реально рестораны и горячие блюда, много овощей, неплохие десерты. Из горячих 2-3 вида разного мяса – курица, рыба, морепродукты. Недостатки по питанию, на мой взгляд, следующие. 1. На ужин не было мороженого, это вообще впервые в моей практике. 2. Мало фруктов. 3. Какие-то неполные завтраки, не было блинчиков, сухофруктов и орехов в достаточном разнообразии. 4. На ужине нет разливного домашнего вина, а брать каждый раз бутылку за 15-20 евро как-то напряжено. Пляж. Особенностью именно Лаганаса и прилежащей курортной зоны является променад прямо по пляжу, вдоль кромки воды. Причем променад достаточно ощутимый даже в мае. Поэтому полежать на песке около воды не получится точно, это нужно учитывать при выборе курорта и стиле отдыха. Мы шикарно загорали около бассейна на террасе, в море спускались купаться. Да, вход плавный настолько, что плавнее не придумать. Никаких камней, ежей и т.п. Вода чистейшая. Вид на море от бассейна. Немного пляжа. Еще ремарка по отелю, он абсолютно не ориентирован на детей, мои были там одни, и никакой развлекухи. Для меня это был очень ощутимый плюс. Лаганос. Сам поселок Лаганос достаточно своеобразный, аналогов в Греции я не встречала. С одной стороны песчаный пляж, как специально предназначенный для малышей. С другой стороны сам курорт заточен под английскую молодежь, бесконечные пабы, бары, дискотеки и ночные клубы. Для детей в поселке ничего нет типа каруселей, площадок и т.п. Площадки есть в некоторых отелях, мы ходили в соседний Galaxy. Нам очень нравилось вечером погулять по центральной улице, посидеть в баре-пабе с англу пивом или домашним греческим вином. А так как Wi-Fi в отеле платный, мы совмещали приятное с полезным.
Мест для прогулок по поселку навалом, причем 3 метра в сторону от центральной улицы, и вам обеспечен аутентичный пейзаж типа. Можно брать в прокат велосипеды, много возможностей для катания. Вид на Лаганос с моря. С магазинами и подобной инфраструктурой в поселке все окей. Есть маленькие супермаркеты, есть большой дисконт-маркет с хорошим ассортиментом вплоть до мяса. Есть фруктовые лавки. Экскурсии. Обзорную экскурсию по острову взяли у принимающей стороны. Цена в 30 евро взрослый плюс 13 евро ребенок плюс 7 евро кораблик абсолютно адекватно собирданию экскурсии. Целый день на автобусе нас возили по острову. Впечатление составить можно достаточно полное. Обзорка включала в себя. Столицу острова зантиметровая площадка около крепости. Дегустация вина в поместье Комутос. Мне понравилось само поместье. Вышла графиня и сказала пару приветственных фраз, под это дело я в дьютике потом взяла на пробу масло Комутос, вино не стало тяжеловато вести. Смотровая площадка на севере острова. При хорошей погоде красивые виды на Кефалонию, но в нашем случае были тучки. Голубые пещеры. Бухта Новое. Но в наш приезд там не функционировала смотровая площадка, поэтому панорама вышла неполной. Горная деревушка со старыми оливами и полем колодцев. Круиз «Черепаха». Купили в Лаганасе у местных агентств. 12 евро взрослый. Дети бесплатно. Мы взяли на 1 час. Есть еще вторых и третьих часовые вариации с гротами. Ребенок младший от «Черепахи» в Бустергия поразил ярко-желтый корабль. Общественный транспорт. Курсирует только из поселков в столицу и обратно. Все расписания висят на ресепшене, но интервал езды автобуса около часа. Учитывая то, что на четвертых на автобусе 6,4 евро проезд, а на такси 11, советую не париться и ехать на такси. В столице приятно погулять по набережной, мы стандартно прокатились на паровозике, но в целом это не Киркира и не Родос, однозначно. Город был полностью разрушен в 1953 году землетрясением, уцелели единичные здания. Часть 2. Цвели. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.